Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Пока еду навстречу, стою в пробке, хотел вам вот что рассказать. Буквально там, несколько лет назад стал замечать такую историю, что люди покупают некие подписки в некие закрытые чаты, каналы, группы, чтобы получать там какую-то определенную секретную, полезную информацию для себя, да? И буквально на днях погрузился в эту тему, обнаружил, что оказывается, в страховании тоже эти подписки существуют, существуют закрытые группы, чаты. Но я, конечно, думал, что это там что-то с инвестициями связано, что-то там с большими деньгами, когда это закрытая группа, когда там один крупный инвестор или, собственно, трейдер делится какой-то полезной информацией с другими, да, людьми там за деньги, и это, собственно, нормально. Но оказывается, в страховании тоже такое есть, и я удивился очень сильно, потому что увидел свою коллегу, которая работает достаточно давно тоже в страховом бизнесе, и она придумала уникальную историю, да, то есть ценность подписки продала таким образом, скажем так, да, то есть, но она, собственно, продает определенные интенсивы, как людям сэкономить на страховании. Представьте, круто вообще на самом деле. Люди платят деньги за это. Это удивительно для меня, потому что я это бесплатно все рассказываю на просторах интернета. А где-то кто-то в каких-то закрытых чатах это все приобретает и получает в результате вот эти рекомендации, которые получаю я. Собственно, точнее, говорю я всем бесплатно, а тут за них платят деньги. Это удивительно, это, знаете, на какую мысль меня навело, опять же, возвращаясь к сравнению, да, моего детства в СССР. И вот как же все-таки, да, вот эта вот америкосовская пропаганда и западная пропаганда нас научила за все брать деньги. За все, то есть за любые какие-то телодвижения мы берем деньги теперь, да, все, все стоить должно денежек. То есть раньше в СССР мы бесплатно абсолютно помогали друг другу, да, за спасибо. Можно было решить, ну, большинство вопросов, и люди адекватно, работая в огромной команде Советского Союза, помогали друг другу бесплатно. Сейчас мы живем, да, в эпоху демократии, и что мы получаем? Мы получаем, что за любую информацию полезную, которая помогает человеку где-то сэкономить деньги, где-то получить что-то на более выгодных условиях, человек должен платить деньги. Это, конечно, ужасно, ужасно. Да, это правильно с точки зрения продаж, но это ужасно чисто по-человечески. Спасибо, друзья. С вами был я, Евгений Бельский. Хорошего дня, отличного настроения.